Всем привет! Сегодня я покажу вам, как из толстой пряжи сплести симпатичную подставку под чашку. Такой уютный маленький коврик защитит ваш стол от горячей кружки и будет радовать глаз своими яркими красками. Итак, приступим. На кусочки картона с двух сторон откладываем по 5 мм. Разрезаем края. Наматываем пряжу. Заводим иголку поочередно, то под нитку, то над ниткой. Попарно завязываем нитки. Отрезаем лишнюю длину. Все, наша подставка готова. Можно ставить кружку. Рассказывайте в комментариях, понравился ли вам мастер-класс. Задавайте вопросы, если что-то не получается. Я с удовольствием отвечу всем. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы. Приятного рукоделия!